Дальневосточная ипотека в 2% сейчас очень популярная тема во всех социальных сетях. Я же, в свою очередь, узнала из официальных СМИ, по телевизору, в новостях. И мы в это время как раз с мужем думали о расширении, и у нас такая возможность выдалась. Хотели подать на 5% ипотеку, подали уже, и государство дало возможность получить ипотеку в 2%. Это для нас было шокирующей новостью, потому что мы уже на 5% оформляемся. Очень много плюсов, потому что это огромная возможность для молодых семей, для обретения своего гнездышка, для улучшения жилья. Например, у нас была двухкомнатная квартира, сейчас мы расширяемся, потому что детей становится больше, а комнат нужно тоже больше, соответственно.